Приключения в загородном домике. А давайте посмотрим, кто у нас там сегодня. И что у нас там есть, кто к чем играет. Какая мебель в нашем красивом и уютном домике. К нам в гости кто-то пришел. Ой! А кто к нам в гости-то пришел? А к нам в гости пришла киса Мурочка. Говорит, вы меня не накормите, так корму хочется. Я такая хорошая кисенька, я вам буду служить. Муркать, мур-мур-мур-мур, мур-мур-мур-мур. Ну дайте немножко корму. Мур. Тем временем пришла лошадка и говорит, здравствуйте, я тоже хочу овса, да? Ты пришла к нам в гости? Конечно. А что ты умеешь делать, лошадка? Я умею прыгать. Ого, ты потише в домике прыгай. А то ты нам всю мебель переломаешь. Не-а. Нет? Ну все равно, пожалуйста, будь аккуратненько. Я тоже пойду. А ты кто? Я маечка. Ты маечка? А куда ты пошла? На балкончик? А мы посмотрим на вас с другой стороны. О, папа и мама в окошко смотрят. Да? Не флаг. У нас еще детка рассказалась. Пока родители смотрят в окно, наш малыш вышел на балкон проветриться. А у нашего папы вот такая машинка. Какая у папы машинка? Черная вещь. Правильно. А в гостях у нас две лошадки. Пони и большая лошадка. И у нас две собачки. Тошка и Антошка. Та-дам!